Хорьки обладают определенными особенностями, одной из которых является то, что они норные животные. И будущие владельцы перед покупкой часто задаются вопросом, как содержать такого питомца. В квартире можно содержать хорьков. Два варианта есть. Первый вариант – это в клетке. И второй вариант – в свободном выгуле, как кошек и собак. При первом варианте клетку необходимо выбирать такую, чтобы для хорька можно было разделить зону. То есть это зона для еды, зона с поилкой обязательно, зона с гамаком. Они очень любят спать в гамаке. И зона, куда хорек будет делать свои дела. Хорьки в естественной среде хоть и живут в норах, но все-таки они привыкли к лесным просторам. Поэтому рекомендуется выпускать хорьков каждый день на пару часов из клетки побегать по дому. А для этого владельцам нужно убрать все бьющиеся предметы подальше от питомца, а за самим хорьком бережно ухаживать. Обязательно нужно обстригать кокоточки. Есть специальные, продаются как терески, как для кошечек. Вот. Дальше нужно чистить ушки специальным лосьоном, для того, чтобы не повредить микрофлору. Дальше два раза в год у них идет линька. Хорьков нужно выщипывать, потому что шерсть летит, и она им чешется очень. Если его выщипать таким образом, то ему, соответственно, как бы будет уже намного легче. Постоянная жизнь в клетке чревата для питомца вялостью, апатией и атрофированием мышц. Хорек может перестать передвигаться, так как лапы будут слабыми. А угнетенное состояние будет способствовать развитию болезней у домашнего животного. Наиболее распространенный – это сахарный диабет и истощение.